Лето – время каникул, а значит, у подростков становится больше свободного времени. Кто-то тратит его с пользой, а кто-то нарушает общественный порядок. Так, в конце мая на улице Молодежная, 36, около жилого дома, группа подростков совершила административное правонарушение. В нашем подъезде хулиганами была сломана входная дверь. Благодаря оперативным действиям сотрудника полиции и установленному видеонаблюдению в нашем подъезде, все причастные лица были найдены. Входная дверь заменена на новую. Инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Владимировна незамедлительно отреагировала на жалобы жителей. По системе видеонаблюдения смогли вычислить юных правонарушителей. Ловим хулиганов, которые балуются, шалят на детской площадке. И, естественно, доставляем их в отдел, так как устанавливаем личность несовершеннолетних, а также их родителей, законных представителей. Проводим с ним различные профилактические беседы для того, чтобы для их понимания, осознания. К сожалению, это не единичный случай. На детской площадке рядом с домом подростки сломали игровые детали. Нарушителей также выявили. Инспекторы уверены, профилактическая работа с детьми и их родителями должна проводиться регулярно. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».